изготовления электрогитары. Но так получилось, что одна часть у меня осталась бесхозной. Соответственно, мы ее пустили в дело. На этап изготовления видео у меня еще не было станка Рейфуса. Я решил использовать ручной фрезер. Изготовил некое подобие каретки и взял старый лист, непонятный DSP или USB. К слову сказать, конечно, фиксировать заготовку саморезами – дурная затея. Я специально выбрал место с сучком посредине доски, чтобы попробовать залить его эпоксидной смолой. Сейчас это модная тема, и мне хотелось просто попробовать это. В Леруа я наткнулся на дешевую эпоксидную смолу и купил несколько пачек. Понятно, что это не смола для заливки столов и тому подобное, но все же. Теперь фрезером выводим точно уже под ноль. И занимаемся шлифовкой, соответственно, сначала 120 грит, 200, 400 и 600. На 600 я остановился лишь потому, что мне больше уже и не было. С покрытием не стал заморачиваться и просто обработал обычным льняным маслом. Таким образом, за пару вечеров я сделал довольно интересную и оригинальную доску, которая может стать приятным подарком для ваших близких. Спасибо огромное за просмотр, подписывайтесь, и в дальнейшем вы увидите гораздо больше интересных видео.